Вот он, один из истребителей знаменитой серии «Русские Витязи». Прямо сейчас его готовят к полетам над Астраханью, которые пройдут уже буквально завтра. Накануне показательных выступлений с летчиками встретился и в Рио губернатор Астраханской области Сергей Морозов. Мы всегда готовы предоставить площадку для вот таких вот истребителей здесь. Ну, вообще небо принадлежит нашим замечательным летчикам, так что нас не спросят. Приятно летать над этим городом, и я думаю, что дай бог нам погода, чтобы соответствовала, и мы жителям и города, и области попытаемся доставить удовольствие. Тем более, когда в Астраханской области есть достойный пример для подражания – Центр боевой подготовки и применения ВВС. В этом году он отмечает 60-летие. Сергей Морозов наградил почетными грамотами и знаками отличия 10 военнослужащих центра. Те, в свою очередь, устроили экскурсию главе региона по расположению роты. Если вы видите, здесь очень много подтяжек, да, как корсет. Он подтягивается раньше, женщина, да. Для военных в небе корсет – необходимость. Летчик испытывает значительные перегрузки. Важно, чтобы все было герметично. Обязательная составляющая при подготовке к полетам – теория. В центре множество учебных классов. Времени на отдых почти не остается. Подъем, утренняя зарядка, утренний осмотр, затем на завтрак. Прибываем и начинается занятие. Учебные занятия проходят каждый час. Час сидим, 10 минут отдыхаем. У нас в прошлом году пришло в наш строй 9 молодых лейтенантов-выпускников. В общем-то, например, патриотизма, воспитываем их вместе с освоением техники. Про комплект не спрашиваю, чтобы с военной тайны не раскрыть. О центре боевой подготовки и применения ВВС знают далеко за пределами страны. Здесь оттачивают боевое мастерство не только российские военнослужащие, но и специалисты противовоздушной обороны, участники объединенной системы ПВО СНГ и дружественных России стран. Неоднократно астраханские экипажи участвовали в воздушной части парадов над Красной площадью 9 мая. Не станет исключением и нынешний год. Артем Лепехин, Руслан Асанов, Центр новостей.